Мы возвращаемся теперь к русской церкви и стараемся посмотреть, что в ней важного и значимого происходило в те времена. И, может быть, одна из лучших иллюстраций событий того времени – это так называемый Стоглавый собор, который прошел в 1551 году. А Стоглавым этот собор называется потому, что решения этого собора, опубликованные, были опубликованы в виде 100 глав. И вот поэтому по 100 главам в решениях собор получил название Столглавого. Чем интересен этот собор? Во-первых, он хорошо иллюстрирует состояние Русской Церкви того времени. Во-вторых, этот собор во многом закрепил положение, существовавшее на Руси к тому моменту, и мы посмотрим некоторые детали этого при обсуждении собора. И в-третьих, когда мы тронем так называемый старообрядческий раскол, этот собор очень важен в этом контексте, потому что это последний собор, признаваемый старообрядцами, и на решениях Стоглавого собора во многом они и основывали ну, свою практику. Стоглавый собор собирается в старствование Иоанна IV, известного по прозвищу Иоанн Грозный чрезвычайно неоднозначный правитель, да, много проблем, создавший во время своего правления, и вы помните наверняка об опричнине и о таком о многих жестокостях, связанных с этой опричной, опричной. Но человек к тому же чрезвычайно заинтересованный духовными вопросами увлеченные этими вопросами, увлеченные тем, что происходит в церкви, и поэтому, когда проходил церковный собор, Иоанн Грозный активно участвовал во всем этом процессе. Причем сама сам формат проведения собора в русской церкви он был следующим: Иоанн Грозный задавал определенные вопросы участникам собора, и собор отвечал. На вопросы царя и тем самым решения собора принимались как ответы на вопросы царя. Это не значит, конечно, что царь сформулировал все эти вопросы. А на самом деле многие вопросы, например, были сформулированы рязанским епископом Касьяном, некоторыми другими людьми. А, причем, что любопытно, люди, формулировавшие вопросы, во многом придерживались нестяжательских позиций, они еще не полностью эти позиции исчезли, и у этих людей, и где-то, может быть, у самого царя были определенные симпатии к нестяжателям, у этих людей были надежды на, может быть, какое-то изменение движения церкви, изменение направления церковной жизни в нестяжательскую сторону. Но, однако, большинство епископов, представленных на соборе, и сам митрополит были из партии стяжателей, и, в общем-то, во многом стяжательская позиция победила. Чтобы нам почувствовать проблемы, которые стояли перед собором, я чуть-чуть прочитаю из обращения, из вопрошания Иоанна Грозного к собору. Из, из того, какие претензии он имел. Звучит это так. Папы и церковные причетчики в церкви всегда пьяные и без страха стоят и бронятся, и всякие речи неподобные всегда из уст их исходят. Попы в церквах бьются и дерутся промеж себя, а в мастырях так же бесчинство творится. Протопопам такие соборно наказывать, чтобы не сквернословили, и пьяными бы в церкви и святой алтарь не входили бы, и до кровопролития не бились. Покелем бы архимадриды и игумены, и старцы, и все братья, ребят молодых, да голоусах не держали». Дворянство и народ вопиют к нам своими жалобами чтобы вы для поддержания своей иерархии присвоили себе все сокровища страны, торгуете всякого рода товарами, пользуетесь привилегиями, вы не платите нашему престолу ни пошлин, ни военных издержек, вы захватили себе в собственность третью часть, как оказывается, городов, посадов и деревень нашего государства, вы продаете и покупаете души нашего народа, вы ведете жизнь праздную, утопаете в удовольствиях и наслаждениях, Дозволяйте себе ужаснейшие грехи, вымогательства, взяточества и непомерные росты. Ваша жизнь изобилует кровавыми и вопиющими грехами, грабительством, обжорством, праздностью, садомским грехом. Вы хуже, гораздо хуже скотов». Это обращение царя к собору. Ну, понятно, что это не весь текст обращения, я некоторые яркие фразы выбрал, да. Там было что-то и помягче, было что-то и достаточно суровое, потому как с разными проблемами и пьянства, и воровства, и драк, и как садомских грехов, и других вещей приходилось сталкиваться с церковью. Например, собор ну, обращал внимание и выступал против лживых пророков, мужиков и жены, и, девок, и старо... дев, и старых баб, которые ноги и босы и волосы отрастив, распустят, трясутся и убиваются, там и ходят и, и так далее. Собор выступал против людей, которые там, ну, в том числе и монахов, которые ходят, собирают деньги на строительство монастырей, а потом эти деньги пропивают. Ну и вообще, что касается монашества того времени, оно не всегда так лицеприятно описывается, просто чтобы не в контексте собора, а в опрошении царя, а вот как бы другой взгляд со стороны, английский путешественник, Ченслер в те же самые годы, побывав э, на Руси, писал про русских монахов. Что касается разврата и пьянства, то нет в мире подобного, да и по, по вымогательствам это самые отвратительные люди под Солнцем. Ну, трудно сказать, преувеличивает он или нет по поводу самых отвратительных людей. Но важно понимать, что проблемы в церкви э, православные были в те времена. Более того, вот эти вот обсуждения разврата, пьянства, вымогательства, уже ложных э, пророков и прочих вещей, ну, тут как главные проблемы, главные темы, которые сталкивался собор, может быть, особо контрастно выглядят в том плане, что 1551 год, же год проведения собора, это то же самое время, когда на Западе проводится так называемый Триденский собор католический. Помните, это такой главный собор, вызванный протестантской реформацией, который иногда называют контрреформационным, иногда называют католической реформацией. Западный Треденский собор именно в это время формулирует всю догматику католической церкви, которой католичество будет фактически пользоваться, ну, по крайней мере, до Второго Ватиканского собора уже во второй половине XX века. Русская церковь пока не готова на своих соборах ставить такие вопросы, принимать такие догматические решения, потому как большая часть вопросов, рассматриваемых с Таглавым собором, это вопросы нравственности, вопросы порядка, вопросы вот какого-то нечестия в общественной жизни. Хотя, конечно, некоторые вопросы решаются. Решается вопрос об иконописании, и предписывается иконы писать не там абы как придется, а следуя образцам, и прежде всего тому, как писал Андрей Рублев, обсуждаются вопросы переписывания церковных книг, отмечается, что в церковных книгах содержатся многочисленные ошибки. И, кстати, потом вопрос об исправлении церковных книг, он поднятый собором, но не разрешенный никак собором. Потом этот вопрос очень остро укнется в так называемом старообрядческом расколе. Это понимаются некоторые другие вопросы, но в целом. Собор обсуждает какие-то безнравственные поступки. Понятно, что собор не поддерживает всего этого. И есть осуждения, есть даже какие-то попытки разрешить эти вопросы. Какие-то документы принимаются, нормализующие жизнь. Потом, чуть позже, уже после решения собора, создаются органы, которые должны следить за порядком монастыря и предотвращать всевозможные непотребства. Но в любом случае... Мы видим, что православная церковь пока еще не способна к какому-то более серьезному богословскому творчеству. И все, что касается богословия, собор фиксирует традицию, фиксирует предание, фиксирует вжившееся положение вещей. Некоторые из этих вещей они действительно традиционные, а некоторые из вещей они, может быть, не так давно появились. В выгравировке, например, некоторые вещи собор а, фиксирует, которые были новшеством на тот момент. А, но тем не менее вот происходит некая такая фиксация, даже обновленчество под знаком верности старине. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv И, может быть, еще два элемента, которые нам стоит отметить, которые тоже вот как бы под, поддерживаются, подтверждаются собором, связанные с решением собора того времени. Две книги, которые получают особый авторитет в те времена. Первая, так называемая «Степенная книга», это официальное изложение истории Руси и истории, в том числе, правления на Руси. Вы знаете, вот сейчас есть такие тенденции к созданию там, такого официального курса истории, да? идеологически выверенного, это не сегодня придумали. Это еще вопросы, обсуждающиеся при Иране Грозном, это вопросы, обсуждаемые Собором, это даже доведенные до конца и выразившиеся в виде так называемой степенной книги. Вообще, наверное, много параллелей между теми временами и нашими временами. И не случайно, кстати, Иоанн Грозный, человек, который... В общем-то, прославился террором а, против где-то и собственного народа человек, по приказу которого был убит святой митрополит Филипп II, а, и который пытался обличать царя. и, Может быть, это был такой последний из митрополитов, который решался обличать царя и за это поплатился жизнью. Следующие митрополиты уже не решались на такие обличительные поступки человек, который, у которого было много жен и так далее, вот несмотря на все на это Иоанн Грозный, он пользуется какой-то особой популярностью в народе и особой популярностью в Русской православной церкви. Интересное рассуждение покойного теперь уж какое довольно давно митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна который писал о том, что Иоанн Грозный, в общем-то, его оболгали, что у него не семь было жена, всего три. И если людей он убил, так, в общем-то, наверное, не больше ста человек. Поэтому и нет причин особо э, сомневаться в его святости. Зато вот боролся за духовность, обратите внимание, его обращение к собору, да, его попытки как-то реформировать, навести порядок, его попытки навести порядок в обществе, ну, истребляя всех, которые не укладывались, правда, этот порядок. Его, кстати, очень мистически настроенный был человек, а, особым образом относился к Еродевым. Если он убивал всех вплоть до Митрополита православной церкви, кто ему не нравился, но, например, Василия Блаженного хотя тут его обличал очень много, он не трогал. Василий Блаженный так вот очень талантливо, кстати, обличал царя, да, например, во время поста ему протягивает кусок мяса и говорит, вот царь ешь, он говорит, ну позже нельзя есть мясо, он говорит, ну мясо не ешь и людей ешь, и царь, да, так вот смутился несколько на некоторое время и даже кого-то некоторое время не убивал. Uh, ну, это просто вот так вот uh, некая иллюстрация, но, но показательно, uh, что православная церковь не очень ну, в лице своих представителей неофициально, конечно, в лице многих людей так и неоднозначно относятся к этому Грозному и многие испытывают симпатию и уважение к вот такой сильной, репрессивной, ну вроде бы как наводящий порядок власти. Так вот, мы немного отвлеклись, я говорил, что два документа того времени тоже чрезвычайно важны, помимо, собственно, решений самого Устогового собора, это степенная книга, зафиксировавшая официальную историю, и второй документ, это написанная Сильвестром, книга «Домострой». «Домострой» — это такое наставление по поводу правильной жизни, чрезвычайно разнородный документ. Если первые главы, например, посвящены необходимости веры в Бога, в Троицу, в Иисуса Христа, правильного исповедания, там в центре книги в основном про организацию домашней жизни, то к концу книги автор доходит до того, как лучше организовать погреб и солить грибы. Ну, примерно вот так. То есть все о жизни сразу в единой совокупности. Ну, просто чтобы вы почувствовали стиль, я из центра этой книги вам отрывок прочитаю: у добрых людей, у хозяйственной жены дом всегда чисто устроен. Все как следует припрятано, где что нужно, и вычищено, и подметено всегда. В такой порядок, как в рай войти. За всем тем и за любым обиходом жена бы следила сама, доучила да слуг и детей, и добром, и лихом, а не понимает слова, так того и поколотить. А увидит муж, что у жены порядок и услуг, или не так все, как в этой книге изложено, умел бы свою жену наставлять, да учить полезным словом. Если она понимает, тогда уж так все и делает, и любить ее, и хвалить. Но если жена науки такое и наставление не следует то того всего не исполняет и сама ничего из этого не знает и слуг не учит, должен муж жену свою наказывать и вразумлять наедине с страхом, а наказав простить и попенять и с любовью наставить и поучить, но при этом ни мужу, ни жене не гневаться, ни мужу, ни мужу на жену не гневаться, ни жене на мужа, всегда жить в любви и в согласии, а слуг и детей также, смотря по вине и по делу, наказать и посечь, а наказав пожалеть. Ну вот, по-разному можно относиться к таким всяким наставлениям. Просто что любопытно, это сама фиксация всего этого наставления, само утверждение вещей, касающихся и веры, и исповедание Троицы и даже обустройство погреба, и в том числе вот такое очень много о семейной жизни, об организации дома, там о скамейках, там о чем угодно. Вот это вот фиксация традиционности. Это чрезвычайно типично для русской церкви и для жизни русского общества, может быть, чуть более шире. Это вот Апелляция к традиции. Всегда так было, всегда так делали, все так получалось, и не надо из этого ничего менять. И домострои, так же как и соборы, степенные книги, и все это попытки усиленно зафиксировать традицию. Почему эти попытки предпринимаются именно в это время, почему попытки так актуальны? Фиксирование традиции. Ну, понятно, что Россия живет не в изоляции, хотя она, конечно, третий Рим и последний оплот и все остальное, но она окружена другими странами, она окружена Европой. В Европе реформация, в Европе контреформация или там католическая реформация Треденского собора. Происходят всевозможные процессы, есть какой-то прогресс, движение вперед, где-то уже там и социальные революции, и все остальное. Случается. И понятно, что это все вызов, все это давление. И вот перед этой внешней угрозой давление, изменение, вызова, вот цель, прежде всего, церковная, православная церковь, но и общество в целом как-то вот зафиксировать традицию и не позволить отклониться от традиции, не позволить, чтобы все это было разрушено. Поэтому замкнутость она такая. Ключевая идея для русской церкви того периода и вот этот москва третий Рим, вот эта самостоятельность Москвы, она еще сильнее усиливает это. Ну и мы с вами уже говорили об автокефале, просто чтобы как бы последнее слово сказать обо всем об этом. Вот что нам стоит отметить, что хотя было почти 100 лет, очень напряженные отношения с Константинополем, ну фактически никаких отношений. Константинополь считал э, патриархом, э, Москва, э, ко, патриархом всей Руси тех, тех патриархов, которые он назначал, а вовсе, прошу прощения, патриархом митрополитом тех митрополитов, которых он назначал, а вовсе не тех, которые на Руси избирали, но все-таки вечно оторванная русская церковь не могла быть от Константинополя. И во многом это связано с интересом самого Константинополя. Вы помните, он завоеван турками. Он завоеван турками и пребывает в плачевном состоянии, причем в плачевном, в том числе и экономическом состоянии. Им банально нужна финансовая помощь, и Русь может эту помощь предоставить. И поэтому... Патриархи древних церквей время от времени приезжают в Москву, чтобы попросить как-то помочь, посодействовать, профинансировать все это. И русские, в общем, даже не против профинансировать, но намекают, что хорошо бы, чтобы русская церковь, которая вот обладает таким особым статусом, особым положением, чтобы русская церковь имела своего собственного патриарха и собственное патриаршество, а не было вообще непонятно в каком статусе. И вот при Иеремии Втором, тот самый Иеремия Второй, который братство, помните, в Малороссии утвердил, вот Иеремию Второго просили о, том, о утверждении патриаршества. И, кстати, Иеремия Второй предложил очень интересный вариант. Он говорит, ну давайте я сам в Москве останусь, да и буду вам патриархом. В чем проблема? И, кстати, его царь не согласился, что он остался в Москве предложил ему, вот если уж он так хочет быть патриархом, куда то куда-то в провинцию отправить, что уже самому Иеремии не очень нравилось. Но это понятно, потому что если Иеремия II прибывает и становится патриархом в Москве, прибывает же не просто Иеремия II, прибывают епископы а, вместе с ним, прибывает огромное количество людей вместе с ним, создается патриарший двор в Москве, а патриарший двор – это угроза традиции, потому что патриарший двор из византийских а, епископ. Это не те люди, которые следуют русской традиции, и они здесь, в Москве, не нужны. В Москве все усилия направлены на то, чтобы а, вот этот статус, текущее положение сохранялось. Ну, в конце концов, Иеремию все-таки уговаривают, и а, в 1589 году... В Москве устанавливается патриаршество, и ставит патриарха Московского. Потом постепенно другие патриархи подтверждают это, и появляется пятый патриарх в православном мире. Причем пятый не в только в хронологическом порядке. Но тут уж остальные патриархи не пошли на уступки, но и пятый по чести есть некоторый порядок, и первенство чести на тот момент у константинопольского патриарха и кстати до сегодня а так, как бы пятый по порядку старшинства патриарх Московский. что конечно, было обидно раньше и что до сих пор немного обидно московской церкви, потому как самая большая и знатная и даже третий Рим первенство чести у константинопольского патриарха. Вообще исторически было пять патриархатов еще до того как патриарх появился на Руси, просто связанные с особыми центрами христианства, прежде всего Рим, конечно же, Иерусалим, благодаря его исторической значимости, Антиохия, тоже благодаря исторической значимости, и помните, там город, тесно связанный с апостолом Павлом, Александрия в Египте, культурная столица древнего мира, ну и, конечно же, Константинополь. Потом Рим отпал, и теперь уже римский патриарх, ставший римским папой, он не входит в эту пятерку православных патриархов, но зато теперь есть патриарх московский. И в Марате, с этого момента русская церковь обладает собственным патриархом, но это, конечно же, не способствует тому, что она становится открытой, скорее это продолжение всей той же закрытости. Теперь у них и свой патриарх, и свой строй, и своя жизнь. И все совершенно самостоятельное. И потом, конечно, это породит определенные проблемы, но мы их обсудим позже. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ семинаре.